Йоу, ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я не снимала видео уже около месяца, объясню почему, потому что когда я ездила отдых, и, во-первых, холодно снимать на улице, приходится теперь снимать, переходить на дом. Как вы всегда мечтали, то что я потихонечку исполняю свою мечту, купила такую же камеру, как у себя. И, кстати, начнем с маленького. Она как раз пришла сегодня мне не к сама камера, а флешка к ней, потому что которая у меня была флешка, она не подходит, ей нужна именно особенная. Вместе сейчас посмотрим ее, потому что я еще не открывала. Так сразу. Тр-тр-тр-тр-тр. Да вы просто, я ждала. Так. Надеюсь, она подойдет. 64 гигабайта, это новая камера будет. Это какой-то переходник. Пусть будет. И, в принципе, все. Еще к камере должно прийти 5 батареек и портативная зарядка для зарядки батареи. Потому что я всегда ходила самой блок питанием, чтобы где-то зарядить, найти электричество. А сейчас у меня будет портативка просто, и к ней я подсоединяю. А сейчас самой главной сути. Как вы знаете, если вы меня смотрите, тебе не слышно? Нет. Я всегда на акустику, как бы играла на акустике, сочиняла песни, но я думаю, нужно переходить на новый уровень, и вообще мне надоел стиль моих песен. Не надоел, я буду продолжать писать их и петь. Но я хочу для себя открыть что-то новое. И это будет у нас с этого. Это электрогитара. Так, CGR Schecter S1. Или как-то там. Я даже не знаю, работает ли это все, потому что я покупала по отдельности гитару и комбик. Комбикс я взяла такой, 25 ватт беликат. Надеюсь, он хороший. Он вообще приехал мне с Казани, вчера только я его встретила. Покупала я по отдельности, и поэтому я не знаю вообще, все будет ли работать или нет. И сейчас мы проверим это все и мою реакцию. Я даже не знаю, как ее надо подключать. Как это все работает, блядь. Но сейчас, наверное, вообще будет пиздец. А прикинь, не будет работать. Я это все выкину в окно. В смысле в окно? Так, надо, наверное, как-то убавить. Я даже не знаю, что это означает каждый. Крутилка? Не знаю даже, в какой именно штекер втыкать. Родители, наверное. Если посмотрят, то точно будут переживать за наших соседей. Сейчас будем вместе настраивать, пытаться. Самого. Thank you.
Так, ладно, сейчас немножко поменяем. Все, убавим. Я, честно, вообще ничего не знаю, что это означает. Ну, бас, мидл. А сюда? А вот для наушников вижу. Получается звук. Мы искали, как перегруз сделать. Я знаю, что он есть в этом, да? Там, но я не знаю, как его правильно настроить. Ты что, соскучился, что ли? А вообще в этой компании очень мало всего рассказано. Тима маленький. Тима хороший. У меня новый парень. Давайте я лучше сниму видео, как я целую собаку свои полтора часа. Ты кто? Сейчас будет ласкаться. Это кто? Такой умница. Это такой умница. Умница. Умница моя. Хороший мальчик. Хороший мальчик. Это кто? Моя умница, волосатый, ушёстый. Ничего не видит. Тима хорошая. Нормально. Короче, мы обязательно с этим разберемся, но попозже, наверное. Сейчас у меня какое-то такое хуйня. Вон, на акустике буду гонять. Продам гитару. Очень дорого. 50. Потому что сама гитара для саламандр. Нет, конечно, продам. Ладно, так. С этим потом, наверное, разберемся. Короче, как-то так все получается. Ну, как-то так. И никак иначе. Тык-тык-тык-тык-тык. На этом все. Я очень рада. Следующая наша покупка — микрофон со стойкой. И еще не зря мы взяли еще один комп. Он, это моноблок, который переносится. Скоро мы возьмем большой сюда стол для нашей техники, блядь. Микрофон будет настольный, но под него штатив еще отдельно возьмем, чтобы на улице весной играть. А так, ну, к этому времени мне целый год подучиться, вообще понять, что такое электрогитара, я ее впервые держу вообще в руках. А потом, вместо того, чтобы я где-то записывала в студии, я хочу прям очень серьезно взяться за это, скачать нужные программы на комп, все это подключить с компиком, писать музыку и петь тоже.
Все соседи, короче, охуеют. Да, боюсь, нам придется приезжать. Да? Ну, соседи скинутся. Ну, как-то так и никак иначе. Всем спасибо за просмотр. С вами была я, Диана Саламандра, Ангелина по ту сторону экрана и собака Рещи. На ребра сейчас приедет. Она тут и была. Малыш, иди сюда. И киска. Это Нара. Самая красивая. Это вот мы вот что делаем из кошек. Ну что, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Ты типа рок-стар, я типа попса. И никто вообще не думал, что ты скатишься. Ближе к ночи баться, будешь слать мне сердце. И писать под постами, какая задница. Ой, прости, я не хотела. Это не мое дело. Но если ты такой крутой, ой, 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 почему ты пишешь скучно?